Подводим итоги второго периода с капитаном Витязя Федором Малыхиным. Получилось сегодня очень активно начать. Преимущество было у вас 2-0. Что потом случилось, что торпеда отыгралась, но сейчас получилось вернуться в игру? Хорошо начали, да, на хороших эмоциях. Забили голы хорошие. Вот. Потом немножко инициативу упустили и ошибки в обороне у нас произошли. Соответственно, 2 гола мы получили. Вот. Игра началась заново, грубо говоря. Вот. Во втором периоде тоже были моменты и у нас, и у них. Вот. Поэтому хорошо, что мы сумели выстоять в меньшинстве, во-первых. Тоже было тяжелое, такое непростое тут пару моментов. И хорошо, что забили. Сейчас нужно инициативу продолжать удерживать в третьем периоде. Вот, и доводить матч до победы любыми путями. Можно ли сказать, что получилось именно перетерпеть вот этот натиск за счет того, что 4 меньшинства выстояли, в одном даже удалось забить, вынудили торпеду ошибиться. И сейчас вот эта вот шайба, можно сказать, перевернула игру полностью. Ну, посмотрим. Пока еще рано говорить, перевернула она или нет. Да, команда соперника продолжает биться. Она руки не опустила, да, не сдалась, не ушла с поля. Поэтому они продолжают биться. Я думаю, что уже можно будет по окончанию третьего периода сказать, насколько эта шайба была переломная или нет. Большое спасибо. Удачи в третьем периоде. Спасибо.